Большой привет! Сгорели мы сегодня полдня в огороде. Вернее, уже второй день мы в огороде. Хочу испечь пирог. Пирог буду тесто делать на глаз. Маргарин у меня будет сливочный. Масло сливочное на тесто, кефир. В общем, все пособирала, что в холодильнике. Ну, в общем, что-нибудь я сварганю, какой-нибудь пирог. Начинку тоже вытащила фарш, а там уже подумаю, что добавлю. Либо картошку, либо капусту. Ну, в общем, короче, буду делать все на глаз, как я люблю. Вот, так что готовим пирог. Сейчас буду заводить тесто. Так, вот у меня здесь где-то с пол-литра кефира. Добавила я соду. Вот. Сюда сейчас вобью 2 яйца. Саш, принесешь мне соль там с беседки? Яйца. Под мусор. Саш, принесешь, да? Вот, отметили мы юбилей отцу. Родители у нас. Здесь мало. Ну, хватит мне на пирог. Так, сразу посолим. Вот. Посолили. Так. Родители на даче у нас выходные. Вот, а я чем-то, конечно же, балую. Когда мы с Сашей вдвоем, особо нам и готовить-то что-нибудь приготовлю в выходные, и мы потом с ним все это дело неделю питаемся. Ну вот, все это оставляем. Так. Так, не знаю. Тереться, наверное, не будет. Мы посмотрим. Сейчас мы сыпанем сюда муки. Что за тесто получится, не знаю. Ну, что-то да получится. Попробуем потереть. А, ну ничего. Нормалек. Так. Еще добавлю сюда еще сливочного масла немножко. Такое тесто, я думаю, что будет как песочное. Да, уже растаял маргарин. Ничего страшного. Так. Возьмем муки немножко. И все это дело соберем. Нормалек. Вот. И смешаем. Смешиваем все. Вот видите, такая должна получиться однородная масса. Мука с маргаринчиком. Но я еще хочу добавить все-таки масло сливочного. Так, тесто у нас, наверное, будет много, но ничего страшного. Я его уберу в морозилку на какой-нибудь следующий пирог. Здесь еще сливочное масло. Оно уже более такое растаявшее. Да, подтаяло масло, но ничего. Будем так добавлять и смешивать. Одним словом, дачный вариант. Все достаточно, я думаю. Хочу, чтобы тесто такое, знаете, получилось как сочное. Так, уберем. Это делаем в холодильник. Так, и начинаем потихоньку смешивать масло с мукой. Вот, так что дождей нету, жара.
спасает бассейн. Вот. Конечно, вечером у нас падает температура до минус... Ой, фу, господи. До 12, а то и 10 бывает ночью. Ну, ночью хоть дышим. Такого нет, что... И днем жара, и ночью жара. Но дождей не предвидится, поэтому поливаем огород каждый день. Вот, вот видите, вот такая крошка. Вот уже, видите, как будто бы липнет. И теперь мы добавляем тоже надо. Что-то я сделала. Кефира, наверное, многовато. Ну, посмотрим. В принципе, мука еще есть. Я думаю, нормально. Думаю, будет нормальненько. Так, муки добавим. И... Так, и... Да, уже зальем, вылим все. Не выкидывать же. Тесто будет, конечно, на пирога на 3, на 4. Вот. Так что... Такие вот пироги у нас. Ну все, ладно, не буду я задерживать. Тесто готово. Сейчас его уберу в целлофановый пакет. Так как пленки пищевой на даче не имеем. Вот. И убираю в холодильник. Пусть оно там отдохнет часа полтора-два. А я пока сделаю начинку и положусь еще что-нибудь в огороде. Но все, до скорых встреч. Так, ну что, мои дорогие, делаем начинку. Так, здесь у меня фаршик. Фаршик смешанный. Говядина, свининка и курочка. Так, решила я сделать с капустой все-таки. Наш пирог. Будет он посочнее. Вот. Нам сейчас надо хорошо отжать лук с капустой. Перчим. Так. Теперь тщательно перемешиваем с фаршиком. Где-то сыпется.
Не без этого, конечно, уже. У вас тоже, я думаю, всегда где-то сыпется. Вот. Сейчас фаршик настоится. Отдаст все свои ароматы, соки. И буду формировать пирог. Обязательно добавляем немножко водички. Совсем чуть-чуть. Фаршик наш готов. Вставляем его. Так, сейчас я приберусь и начнем формировать. Вытаскиваем наше тесто. Так. Пойдет у нас, наверное, на низ. Буду делать на большом противне. Наверное, еще часть пойдет на верх пирога, на вторая пойдет на низ. Что, начинаем раскатывать. Не знаю, столик маленький, но попробуем. Буду выпекать вот на таком противне. Thank you.
Все, выкладываем начинку нашу. Так, ну все, закрываем наш пирог. Защипываем края. Большое еще тесто осталось на какие-нибудь пирожки. Так, ну что, посыпем кунжутом. Кунжута много не бывает. Ну все, отправляем. Где-то примерно на час. Ну что, пирог наш, думаю, что готов. Ну вот, какая красота. С пылу, с жару. Прям еще где-то даже кипит. Самое главное, что быстро. Вот. Так что будем сейчас мы ужинать. Варится у меня еще шульёмчик. Вот, с баранинки, с картошечкой, еще кину лапшичку, сейчас вот кинула овощи, сейчас это все протомится и будем начинать. Вот, готовьте для себя, для семьи, для любимых, это так здорово. Вот. Главное, чтобы все были сыты и здоровы. Всем пока-пока. А мы будем трапезничать с пирогом и с супом, с лапшичкой. Лапшичка будет с бараниной. Ну вот, такой пирог получился. Смотрите, в разрезе. Капает. Идем кушать. Все, мам, неси. Мужички сидят, ждут. Сейчас у меня еще прям хорошо прокипит лапшичка. Да не, мам, все. Да, сейчас все, лапшичку выключу. Ну все, всем приятного аппетита. Пока-пока.